Да, снова Новый год. Ждем или только праздник? А Новый год пройдет, как выцветший бумажник, в котором ничего, пусть даже мятой трешки, той, что лежит с тех пор внутри пустой матрешки. Но только ведь закон никто не отменял. Как встретишь? Погоди, а этот как встречал? Вот память, все забыл. Нет, у жены спрошу, а может, тем, как жил, я память освежу. Был классным этот год, с весны, правда, ковид, но он ко мне пока весьма благоволит. Лишь взглядом ловишь взгляд и масочный режим, и за собой теперь все пристальней следим. Да, бдительней теперь мы стали ко всему, что было год назад. Зачем, я не пойму. По нынешним делам тот год переиграть, глядишь, и сам ковид ушел бы. Ну, как знать. А может быть, тогда он вовсе б не пришел. Что ж, если все и так, переться на рожон, мутировать 100 раз, изображая зло, невеждам потакать, что типа повезло. В итоге, но ковид жизнь круто изменил. И к лучшему, как ты, мне кажется, решил. А если не успел, тогда еще есть шанс, как вирус, как ковид, он поселился в нас. Он больше не уйдет. Нам с этим шансом жить. И хочешь или нет, придется применить, использовать свой шанс, раз уж случилось так. Ну и тогда ковид сочтем за добрый знак. Так как же встретить год нам все же довелось? И почему вот так нам с вирусом сошлось? Мы ждали перемен, и вот они пришли, и, видно, никого уже не обошли. И вот теперь опять готовимся встречать. Боюсь, желаний нам своих предугадать не каждому дано, а значит, как всегда, как встретим, так и жить, и горе не беда.